Протягом цих 5 років ви листувалися сотнями, мабуть, із тисячами людей, да, із усього світу. Я знаю, зокрема, що ви, Олеже, листувалися із акторкою Римою Зюбіною. Можливо, є якісь такі слова або лист, який запав вам особливо в душу? У мене запитання і до Олександра, і до Олега також. От, можливо, запав якийсь лист в душу, і ці слова вас тримали протягом цих 5 років, грубо кажучи, підіймали вам силу духу. Дякую. Якийсь окремий лист важко відокремити. Але мені дуже надавали сил і листи Олега, і листи там моїх друзів, з якими я був знайомий ще з Волі. Ось. А так, звісно, було дуже приємно отримувати листи там, відчувати підтримку, але щось відокремити дуже важко. Ну, я в этом, конечно, солидарен с Сашей, потому что, ну, для любого заключенного, политический, не политический, украинец, он, казах, кто угодно, в тюрьме письма — это очень важно. Это самое важное. Ты можешь не поесть день, тебе могут быть, не будет передачи, тебе могут там что-то с тобой делать. Письмо, вот все ждут писем. Поэтому пишите. Пишите, пишите. Что, о чем угодно. Просто как бы это очень поддерживает, прям очень. Там мне писали много людей, я старался всем отвечать. То есть, ну, кроме каких-то совсем неадекватных писем, либо открыток, потому что этот самый... Открытку не открыть, видишь, нет обратного адреса. К сожалению, не все письма доходили до меня, и не все письма отходили от меня. Некоторые из-за малого цензура просто терялись, потому что, ну, не надо искать в этом какие-то козни, понимаете. Есть просто бюрократия, как бы, и... Российское разгильдяйство, там Почта России, но это просто организация каменного века. Поэтому касаемо конкретных людей, как бы, ну, я никого не стану выделять. Мне очень много людей писало, очень много. И я старался со всеми быть там. Единственное, что я был очень, ну, не то чтобы против, мне не нравилось, когда личную переписку выкладывают на всеобщее обозрение. Нужно разделять эти вещи. Просто люди, которым были действительно близки, как бы, да, вот они об этом не выпячивают, как бы, я знаю там, ну, тех людей, которые понимали, что можно говорить, что не нужно, как бы, да, и это, ну, мы там разобрались, все в порядке, так что спасибо за письма, ребята, всем.